пригласил его в мою боль, чтобы он построил такую же башню. Он ехал без большого энтузиазма, собирался покупаться домой и попрощаться, то есть отдохнуть за счет нашего горсовета. Но влюбился в дочь греческого и остался жить в этом городе на 50 лет и сыграл очень важную роль в его жизни, а именно он приехал строить башню. Если в Рыбинске ее построили за один год, здесь мы строили 8 лет. Ну, вы сами видите, как у нас в городе все это строят, ремонтируют. Ничего не поменялось. И пока были проблемы с постройкой этой башни, он успел построить еще 17 домов, церквей и прочих различных построек для самих рыбальцев. То есть брал частные заказы. И работа этого архитектора так впечатлила городскую власть, что его назначили главным архитектором города. И он фактически сформировал местность старого Мариуполя. То есть без его разрешения, без его утверждения плана постройки не могли построить ни одно здание. Даже если это ваш собственный дом, вы устроите на свои средства, пока вы ему не покажете план, он не утвердит. Соответственно, он подбирал цвета зданий, он подбирал различные красивые элементы, декоративные, чтобы здания выглядели красиво, как фаскадроны, ажурные книги, рисунки и так далее. И он автор самых знаменитых зданий, вот эта башня, дворец, который молодежь, знаете, это лучшая гостиница, антикварный здание. Отель «Спартака», и также несколько краеведческих музеев, это тоже его дело рук. Итак, построили вот эту водную башню. Что здесь было? Там был огромный бак с водой, а здесь насосы для закачки воды в трубы. И когда вы меня смотрели, чтобы увидеть днище этого бака. Раньше, до революции, город, собственно говоря, здесь и заканчивался. Александровский сквер, он же театральный сквер. Поэтому эта башня выполняла роль еще и смотровой площадки за судами, которые приходят, за кем-то, кто приезжает в город, в частности, когда в середине... Ой, сейчас подождите. И когда сюда приезжал различные высокопоставленные лица, наехали с той стороны, то здесь сидел человек, который потом телеграфировал или говорил городскому главе, что едут. И выходили люди с пирогами, да, караваем, и встречали высокопоставленных гостей.
Изначально это была улица Константиновская, в честь Константина, брата императора Российской империи. Затем это была улица Энгельса, и вот сейчас она получила название цивилизации имени Энгельса. Это приватбан. Ставила? А теперь просто представьте, как это было сюда поднимать. Как? Кто? И зачем? Еще, чтобы вы понимали, здесь был шикарный кожаный черный диван. И все. Пустое помещение, диван и пианино. Даже не хотим думать, что здесь происходило. Сейчас мы с вами находимся на предпоследнем этаже, как я уже говорила, здесь мы планируем различные арт-представления. Если наши спектакли показывают небольшое количество людей, их мы показываем. Так что подписывайтесь на нашу страничку в Facebook и Instagram, чтобы быть в курсе мероприятий, на них приходить. И сейчас я с вами туда подниматься не буду. Там сейчас будет небольшое помещение, это наша свободная библиотека, куда можно приносить книжки, вот, приходить читать. Собственно говоря, сама смотрела площадка, предупреждение. Там стоит телескоп, он для звезд. Вот сейчас вы ничего не видите. Есть смысл приходить вечером, поехать на шумный город и смотреть на сами звезды. У нас сейчас, кстати, погода не хоти, и я так понимаю, что сегодня у нас звезды не было. И что, он тоже на рек пошел? Да? Thank you.